Кипит вода, скоро выкипит. Давай. Так, чем ты будешь разбивать? Ну, возьми. Разбивать? Нож. Ой, ножом. Угу. Мама, у него есть. Ну, а краешек можешь. Давай, знаешь, как сделаем? Настюш, не прям туда, возьми вот в тарелочку. Возьми сюда. А, и потом вылить? Да. Давай. Не, так не сделай. Все. Не положи вот сюда, в тарелочку положи. Угу. Вторую. А, да, вроде да. Это, да. Да. Давай. Мне, у меня скользкие руки, мне сложно играть в руки. Да, этот. Надо всегда яичко бить посерединке. Почему? Ну, тогда будет шкарлупа не попадет и будет легче. А у меня не попадет. Вот я била посерединке, вот посмотри какое, а тут... Вот шкарлупка, смотри. Видишь? Вот. Видишь, чтобы не попала шкарлупа туда. Так, у нас тут уже ЧП. Надо добавлять воды, и пусть снова закипает. Ну что тут у нас? Я сейчас могу. Мама, надо шкарлупу достать. Покажи. Вот. Боже, ты уже там помыла вот. Руки, да? Да. Ну давай я аккуратно ноготочку заберу. Ой, вот. И вот тут. Ну все, это кальций, короче, будешь есть с кальцием. Кальций это что? Это специальная такая для костей. Видишь, мелкие такие. Душные. Попались. Нет, это у нас яичница сейчас будет готовиться. Выливай, не бойся, только не на себя. Все. Я нашла. Теперь надо чуть посолить. Мам, я выложила его. Хорошо, зайка. Мама, а это хорошо или плохо? Угу, прикольно. Это хорошо. Закрывай крышкой. Если будет выливаться. У нас сделано меньше огонек, мы поставили, да? Третье. Угу. Это надо выбросить. Мы ставим четвертое. Да. Или третье. Нужно выбросить. Мы поставили. Ты будешь яичко с колбаской или без? Ой. Это нормально. Плохо или хорошо? Это нормально. Ты будешь с колбаской или без? Мама. Ты будешь с колбаской или без, Настюшка? Прилипло. Настюшка. Прилипло. Ничего не прилипло, все нормально. Ты будешь с колбаской или без, Настюшка? Прилипало. Настюша, посмотри без на меня. Без колбаски. Без? Ну так надо сразу ответить. Мелания, тебе что готовить? Будешь яичницу? Да. Хорошо. Нет, я худобу хочу. Нет, Мелания, мы уже готовим две яичницы, поэтому... Маме и тебе будет. А папа ушел? Угу. Мама идет досекать. Надо тебе не принесли. А ты чего сегодня дома? Пятницу. Мама, ты же вчера мне сказала, хочешь не идти в школу, а я тебе тогда читала. Я такая, хочу, а ты говоришь, не читай, завтра не пойдешь в школу. Да я просто спросила у тебя, ты вообще помнишь, почему ты дома? А смотри, смотри, что я сняла. А я поеду в школу, и не сегодня, и не вчера. Да.
А что у тебя болит, зайка? Как ты болеешь? Болит. Подожди, посмотрите. Кстати, подождите секундочку. Смотрите, вот, подождите секундочку. Настюша, подожди, смотри свою яичницу. Может, она уже готова. Вот. Мой аккаунт. Я потом лучше дам ссылку, хорошо, на твой аккаунт? Нет. Ну, посмотрите. Уже нормально, вот. Можно снимать. А там вода. Вот мой аккаунт. Угу. Хорошо. Там вода. Подписывайтесь. Я, кто подпишется, я тому буду писать. Эй, котики! Угу. Собачка-котик. Ну, а есть три собачка-котик. Угу.